Всем привет, я Кирилл, и сегодня мы играем в Brawl Stars. Но если мне выпадет легендарка, то видос заканчивается. Если Лего, то видос. Если Лего. Так, что у нас здесь такое? Подарки. Ага. О, нифига, можно шелли купить. Обойти не удалось. Нет! Ладно, пофиг. Давайте перезайдем же в этот Brawl Stars. Конечно, сегодня видео без вебки, ну, естественно, у меня телефон. Так. Что-то я ничего не понял. Чё за хрень? Ладно, давайте возьмем честь и выходим в карточку. Катка запускается? Ничего себе! В Brawl Stars запускается катка. Офигеть, у всех скины, а один я здесь лох без скина хожу. Все понятно. Так, ты чё здесь, лошара? Ну, нос, я всегда в носе сдыхаю. Мне это даже бесит немножечко. Уже поражение. Короче, нам нужно скачать нос. Нам нужно скачать нос с ящиками. Нам нужно скачать нос с ящиками. С ящиками. Ящиками. Джеки Спраус, кто-то набирал. Вот. Ой. О. Скачать. Разрешить. Сбрало. О! Yes! Так. Девять, восемь, семь. Я скачиваю. Зачем я отменил все? Это жесткая потеря. Ну что, долго будет ли? Открыть. Теперь у нас будут ящики. Приватный сервер сделан. Нужно подождать. Оу. Это же то же самое. А как с ящиками? Лего. О, у меня нету бойцов. Хотя бы нет бойцов. Так. Я сейчас в магазин такое куплю. Мега ящики.
в этом Brawl Stars есть ящики. И нам выпадает боец Динамайк. И сразу же 10 кристаллов. Давайте еще откроем омега ящик. Нам выпадает Джанет. Нам выпадает Роза. И нам выпадает Кольт. Да. Новый редкий боец. Так, давайте еще откроем омега ящик. Давайте. Если сейчас попадет мега и у нас закончится видос, это будет капец. Ну, понятно, так, 50 на 50. Оу, Бонни, в принципе, нормас. Дэрил тоже нормальный этот, сверхредкий боец. Восемь предметов, нормас. Что, ничего не выпадет? Смотрите, прикол, ничего не выпало. Давайте откроем какой-нибудь вот этот, например, большой ящик. А, здесь есть большие ящики. Тут есть даже мега ящик. Давайте откроем... Ой. Давайте открывать мега ящики. Ой, нам выпадает Пока! Ой. Куда? Давайте откроем маленький ящик, если нам что-то из него выпадет. Что это? 50 стардропов? Опа, давайте-ка забрать. Попробовать еще раз. Сейчас нам выдадут 50 стардропов. Сейчас нам у нас выпадет. Оу! Смотрите, у нас что же? Да понял я. Блин, это редко. Мифическая. И нам выпадает Пайпер. Ну редко, это вообще скучно. Всех редко монеты. И что же нам выпадает? Эпическая. И нам выпадает этот сраный Бул. Зачем нам Бул? Поезд, начни разблокировку. Легендарка! 1000 монет. У нас первая легендарка. Ну, это только лишь боец, это лишь только звезда, а не боец. Ну, это лишь только редко. Открываем Гофредго! Нам выпадает Брок. Начни новую разблокировку. Давайте сейчас просто откроем дофига этих стар... Наше что сейчас не везет? Эпическая! Эпическая! Редкая! Сверхредкая! И она выпадает... Рыка! Начни легендарку! Ну, все равно у нас 3000. Если мы разблокируем легендарку от из хромокредитов, это не считается. Нам нужно именно его выбить. Легендарка! Я получаю нормальный такой значок. Стардропы давайте! Эпическое! Давайте сейчас дохрига откроем. Мы открыли 50 стардропов и выбили... Ой, выйти!
и выбили из него одного бойца, это была Пайпер. Так, короче, давайте сейчас откроем еще 10 стардропов. Нам может даже, ну, повезет, чтобы выбить от охренительного ба... А у нас было ли это? Короче, пошла, да, сейчас откроем 10 стардропов и... Если у нас из этих стардропов ничего не выпадет, я удаляю Майнкрафт. Ой, то есть Роблокс. Если мне не выпадает сейчас какой-нибудь боец, то я... Если мне сейчас выпадет, и если мне сейчас еще через эти не выпадет хотя бы один эпический, то я заканчиваю Роблокс и начинаю снимать Brawl Stars. Всех редко, блин, мало стардропов осталось. Мне нужен эпик. Эпика нету. Ну все, я перехожу в... Ладно, пофиг, я посушу. Оооо, нам выпадает Тик. Нам выпадает Джесси. Нас выпадает только пока что сверхредкий. И нам выпадает первый хромик. Первый выпадает нам хромик. Давайте сейчас откроем мегаящик. И нам выпадает Барри. Да ёб твою мать, а. Нам выпадает какая-то херня. Чё? Так. Мне сразу выпадает Мишик, это Дэк! Ничего себе! Это же новый боец Бравли. Ай-яй-яй! Ай-яй, куда я тыкаю? Ай! Давай сейчас откроем ящик, если нам из него выпадет что-нибудь адекватное. Нет! О, хромокрыди туда. Нормально! Давайте сейчас попробуем выбить из большого ящика что-нибудь нормальное. Короче, из маленького ящика мы ничего адекватного не выпадет. О, 8 бит сверхредкая. Ну, блин. Так, нормально. Не, нормально. О, нам выпадает сверхредкая. Нормас. Еще раз открываем. Нормас, все. Блина, еще раз открываем. О, га, сверхредкая. Пока. Да блин, выпадает всякая хрень. Может, с мега ящика что-нибудь выпадет. Так. О, она выпадает сверхредкая. Блин, сколько этих сверхредких, я не понимаю уже. Я не понимаю, где. В
Давай еще раз, давай нам бойца. Думаю, сейчас нам выпадет хотя бы один боец. Да нет, нифига. Светится, сейчас выпадет какой-нибудь боец. Это первый хромокритический боец. Yes. Это Калет. Эх, а я ожидал бойца. Нава побеждает Эпик. Да ёб твою мать! Намаз. Ёб твою мать! Уууу! Навы... Легендарка! Ладно! По названию вы поняли, что если выпадает легендарка, то я заканчиваю ролик. На, берите. Ну, все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.